Оперативное совещание в администрации прошло весьма активно. Вначале традиционное награждение людей труда, а после регламентированные доклады. На этот раз заслушали несколько важных тем. Одна из них – перспективы строительства физкультурно-оздоровительных комплексов на территории городского округа Щелково. Заместитель главы администрации по строительству Никита Никулин представил сразу несколько проектов, многие из которых уже строятся. Стадион регби, в разработке бассейн в Монине. На данный момент по этому объекту уже согласовано техническое задание. Свой ФОК должен появиться и в поселке Варя. К этому строительству будут привлечены внебюджетные средства. О подготовке к отопительному сезону в нашем округе рассказал исполняющий обязанности заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству Аркадий Собейников. По его словам, сегодня подготовка к зиме ведется во всех учреждениях и домах района. Есть и отстающие, в их числе учреждения здравоохранения. Очень много замечаний – это там, где не произведены капитальные ремонты, в основном на тех учреждениях здравоохранения. Там, где сделан капитальный ремонт, они все прошли. Это вот как раз эти четыре объекта. По Монино еще объект не сдавался, потому что еще ремонт проводится. А по другим объектам мы будем уже в индивидуальном порядке с данным учреждением отрабатывать и ресурсно-направляющими организациями. О ходе строительства автомобильного моста через реку Клязьма в районе улицы Фабричная о планируемых работах рассказал исполняющий обязанности заместителя главы по благоустройству, дорогам, транспорту и связи. По словам Максима Пчелкина, основные трудности со сроками завершения строительства моста связаны с переносом коммуникаций, линий связи, электрики и водопровода. В настоящее время работы выполнены на 75%. Напомним, мост через реку Клязьму будет с подходами и подъездами от улицы Фабричной до Восточной промзоны. Сейчас идут работы по установке переходных плит и деформационного шва. Также в ходе совещания информацию об оперативной обстановке на территории городского округа представил начальник МУМВД России Щелковская Владимир Катков. Лилия Тимиева, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.